Ароматизированный чай Earl Grey «Голубой цветок» – это смесь китайских, цейлонских и индийских чаев с добавлением цветков мальвы. Чай ароматизирован натуральными маслами. Впервые ароматизированный чай появился в Китае почти 2000 лет назад. Жители Поднебесной готовили этот напиток, смешивая его еще на стадии высушивания с лепестками розы и жасмина. За последующие века ассортимент заметно расширился. Сегодня купить ароматизированный чай можно на любой вкус, балуя себя сладко-пряными или кисловато-свежими нотками. Чтобы насладиться истинным волшебством, следует выбирать ароматизированный зеленый или черный чай с натуральными и полезными компонентами. Напиток стоит заваривать от 4 до 5 минут при температуре воды 95 градусов Цельсия. Потребуется 1 чайная ложка заварки на 150 мл воды.